слушаете Радио Болтком. Утро на Болткоме. Да, доброе утро или добрый день уже скоро, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по понедельникам в это время эпидемиолог Никита Троянский у нас выходит на прямую связь. И сегодня не станет исключением, конечно. Зума. Да, ну вот действительно сейчас много чего меняется и в стратегии Минздрава. Завтра будут приниматься определенные решения. Вот можем ли мы говорить о том, что... На этой неделе, может быть, на следующей мы достигнем определенного пика заболеваемости. Вот что мы можем судить по этим цифрам и по динамике? Ну да, ну я думаю, что вы чувствуете, что, в принципе, официальные данные больше нам не дают правильного ощущения о том, где в этой волне мы находимся, да, и как далеко от этого. Мы видим, что до сих пор продолжает слегка расти уровень позитивных тестов, уже более 41% в среднем, что указывает на то, что, скорее всего, последнюю неделю продолжался рост заболеваемости. И по результатам нашего моделирования как раз вчера, сегодня, завтра, вот примерно в эти дни, мы должны достичь пика, и потом уровень заболеваемости должен идти вниз. Но это все, наверное, внесет коррективу под вид омикрона BA.2, который уже в Латвии распространяется, и по некоторым результатам на прошлой неделе уже более 60% всех вирусов это был именно вот этот новый штамм. А он сам по себе заразнее, что, я думаю, может на неделю продлит вот этот такой пик. Мы, то есть, можем достичь плато на этом пике, но потом все равно должны стремительно пойти вниз. Ну вот вы сказали об этом новом типе, но он, в принципе, это тот же омикрон, ну то есть близкий к омикрону, да, это все-таки не ближе к дельте, это ближе к омикрону, говоря простым языком, да, чтобы люди понимали. Ну, как сказать, с одной стороны, да, он родственник омикрона, поэтому его обычно называют либо сестра, либо брат омикрона, да. Но с другой стороны, на генетическом уровне он почти так же отличается от оригинального омикрона, как, например, дельта от вуханьского штамма. Там 30 мутаций их отличают. То есть достаточно большое различие. Значит ли это, что фактически омикрон и без своей сестры или брата все-таки дельту в Латвии практически вытеснил, да, или почти вытеснил? С точки зрения инфекции, да, но до сих пор не отвеченный вопрос – это госпитализации, с чем у нас люди попадают в больницу. Ну, нет повода думать, что там большинство будет дельта, но все равно, наверное, есть диспропорция. То есть если дельта у нас составляет где-то 1% от заражений, то вполне возможно, мы видели это на примере Дании, где целых 30% госпитализации были с дельтой. И в больницах мы сейчас достаточно мало секвенируем, поэтому мы не знаем. Что касается вот действительно иммунитета, я так понимаю, что те, кто переболел дельтой, могут вполне переболеть потом и омикроном. Вопрос только в том, через какое время, да? Да, вот так называемый cross-protection, то есть защита после дельты от омикрона достаточно плохая. Выглядит, что и защита после омикрона от дельты тоже достаточно плохая. То есть, может быть, то есть... в обратном направлении тоже, если так можно сказать, да? Да, да, но пока что очень мало данных именно защиты, которая вырабатывается после омикрона против дельты, по логичным причинам, потому что омикрона так много, а дельты все меньше и меньше, и поэтому мало данных можно было собрать. Вот понятно, что, наверное, тяжело сразу делать какие-то далеко идущие прогнозы, но вот предположим, опять-таки это спекуляция, я понимаю, что не будет больше новых штаммов, ну вот, не знаю, может быть, будет омикрон, там, не знаю, 3, ну как вариант, да, новых штаммов, которые будут вот такие заразные. Значит ли это, что осенью может измениться какая-то вот наша стратегия, или опять-таки мы должны действовать как по принципу предыдущих 2 лет, то есть какое-то будет затишье, условно говоря, не знаю, апрель, май, сентябрь, первая половина, и потом мы можем быть, должны быть готовы вот к новой, там, не знаю, вспышке, будет ли это пандемия или там меньшим объемом эпидемия, но должны быть готовы к этому варианту. Ну, скорее всего, да, к осени мы сможем жить достаточно спокойно, но, понятное дело, в любые такие прогнозы коррективу внесет новый штамм, да, и я думаю, что новый штамм будет. Но если вирус продолжит эволюционировать без особых сюрпризов, то есть, да, может, будет такие штаммы, которые чуть лучше обходят иммунитет, чуть более заразные,
но фундаментально не поменяют сущность коронавируса, то тогда, скорее всего, уже к следующей волне, например, приоритетом вакцинации исключительно станут группы риска, то есть, например, хронические больные 60+, а уже 20-30-40-летние люди, может быть, не будет такая сильная рекомендация вакцинироваться. Но это вот главный сценарий, который сейчас рассматривается, как я понимаю, в Евросоюзе. Американский главный инфектолог Фаучи то же самое высказал. Но я думаю, не стоит исключать вариант, что новый штамм будет и настолько хорошо обходить иммунитет и приводить к госпитализациям, что мы опять вернемся вот в отправную точку, но уже, наверное, будем лучше готовы, и, наверное, лекарства будут, и, возможно, вакцины будут обновленные, так что навряд ли мы опять вернемся туда, где мы были в марте 2020 года. Да, вот вы сказали по поводу действительно вакцин, то есть, в принципе, скорее всего, какое-то обновление вакцины должно произойти, да? Ну да, несколько компаний над этим работают, и технологии как Новавакса, которая у нас появится только через полторы недели, так и Модерны и Pfizer позволяют достаточно быстро и эффективно обновлять состав вакцины. В общем-то, различные решения, которые принимаются в Европе, Дания и Швеция и прочие страны, и даже наши соседи, и риторика латвийских политиков, ну, в общем-то, заставляет думать о том, что, в принципе, в скором времени пандемия будет объявлена, если не завершившейся, то значительно уменьшившейся, и речь идет о различных послаблениях. Как вы их расцениваете и считаете ли своевременными или все-таки преждевременными? Опять же, судя по вашим словам, пик будет достигнут на этой неделе, может быть, на следующей. В любом случае, к концу февраля, через две недели, заболеваемость пойдет на спад. Можно ли будет народ, что называется, выпускать свободно, отказываться от QR-кодов внутри страны, постепенно от масок и так далее? Да, я думаю, что риторика в общем правильная, потому что, ну, надо понимать, если в будущем опять когда-то придется вводить ограничения или возобновлять, например, сертификаты, если вдруг их решат отменить, то нужно всегда как можно больше времени для спокойной, нормальной жизни дать обществу. Потому что и вот сейчас, я думаю, мы можем себе позволить, надеюсь, до осени жить без значительных ограничений и наслаждаться вот такой свободой от вируса относительной. Конечно, вируса до сих пор будет много, но он не будет приводить в марте, не приведет в марте к коллапсу больниц, например, даже если отменят все ограничения, в моем понимании. Я выдерживал другую риторику, наверное, месяц назад, потому что на тот момент у нас все-таки были поводы думать, что омикрон окажется опаснее, чем то, как это оказалось на самом деле. И поэтому на тот момент я был более осторожен. Сейчас, я думаю, на самом деле правильная позиция Министерства здоровья, что с 15 февраля начинается послабление для детей, с 1 марта будет самый большой пакет облегчений, наверное, в истории нашей латвийской пандемии, а с 1 апреля уже могут быть отменены все ограничения. Да, вот что касается будущего, наверное, может быть, еще, конечно, рано подводить какие-то итоги, но, тем не менее, может быть, стоит, если осенью, не дай бог, вот мы увидим опять вспышку заболеваемости, вообще изменить чуть-чуть стратегию, ну, вы, в принципе, это уже косвенно ответили, не только работать с группой риска, но и, ну, как бы отходить от этого кнута к прянику. Да, потому что, ну, мы же видим, что не всегда этот кнут работает, особенно для этих убежденных антиваксеров, там хоть что ни делай, да, так сказать, ну, люди не будут вакцинироваться, да, даже рискуя своей жизнью, здоровью близких и так далее. Да. Может быть, стоит чуть-чуть подумать вот, с точки зрения не только как бы там сделать сертификаты, там зеленая и красная зона, ну, то есть не возвращаться вот к этому режиму, который раздражает и тех, кто вакцинирован, это бесконечные по три раза там заходят. Ходишь в магазин, достал удостоверение, может, уже QR-коду в телефоне не верит, у нас же друг другу никто не верит еще, это есть такая проблема, да. Может быть, надо вот чуть-чуть пытаться вот в сторону стимулирования? Ну, я думаю, это такой чисто антропологический вопрос. Я думаю, для здравомыслящего человека, особенно после данных, которые у нас за два года накопились, все-таки вакцина – это не кнут, а пряник. Это способ защитить себя и своих близких. И мы видим, что в других странах, на самом деле, и без сертификатов можно достичь, но я все-таки думаю, что в Латвии мы увидели, что сертификат, к сожалению, является
эффективным средством мотивации вакцинироваться. Ну что ж, да. Вот еще тогда такой вопрос хотел задать. Вот если мы говорим вот о гриппе, это, наверное, тоже, наверное, отдельно заслуживает научного исследования. Вот мы уже видим, что, в принципе, хочется постучать по дереву. Вот второй год, ну, нельзя сказать, что у нас грипп свирепствует. Значит ли, что правы те, ну, как теория, которая предполагает, что все-таки вот COVID, как, не знаю, более мощный вирус, может быть, более новый, он все-таки вытесняет грипп, чуть-чуть его принижает, не дает возможности распространяться? Или это несколько иначе работает? Нет, нет, я думаю, тут нет места для вот речей о том, что вирусы как-то друг друга выконкурируют, один замещает другой. На самом деле это, очевидно, связано с ограничениями, поскольку грипп гораздо менее заразный, чем коронавирус, на грипп гораздо более эффективно воздействуют ограничения, которые и маски. Те же респираторы все-таки лучше как бы защищают от переноса гриппа, чем коронавируса. И поэтому мы не видим вспышек гриппа последние два года. То есть фактически вот эти маски, респираторы, все гигиенические мероприятия, там, не знаю, дезинфекция рук, все это способствует тому, что грипп так быстро не распространяется. То есть не COVID тут основное, а вот эти вот меры эпидемиологического контроля, скажем так, да? Да, несомненно. Спасибо пандемии, мы становимся все здоровее и здоровее. В общем-то, получается вывод такой. Можно и так сказать. Никита, что касается продолжения вакцинации, особенно бустеров, учитывая последние статистические данные, бустеризация имеет ли смысл при заболеваемости омикроном настолько высокой? Ну, несомненно, то есть до сих пор большинство людей еще не переболели омикроном, и большинство людей, вероятно, еще не переболели ни одним из штаммов коронавируса. Поэтому до сих пор стоит сделать бустерную вакцину, чтобы уменьшить свою вероятность, вы сами знаете, как инфекции, так и тяжелого заболевания, но еще защитить близких. Но если человек, например, сделал две модерны и переболел только что омикроном, то это уже такой вопрос личного выбора, как вы оцениваете риски. Потому что, с одной стороны, мы плохо знаем о том, вот этот новый подвид омикрона сможет вас заразить или нет. Еще недостаточно данных, чтобы понять риск реинфекции. Поэтому, поскольку риски от бустерной вакцинации вообще почти никакие, еще гораздо ниже, чем уже низкие риски от первичной вакцинации, можно сделать бустер, чтобы обезопасить себя. Но, в принципе, наверное, если 20-летний человек не хочет делать бустер после болезни омикроном, то это тоже не будет катастрофой для общественного здоровья. Ну и плюс это возможность при отмене QR-кодов внутри страны все-таки куда-то поехать за рубеж, да, где все-таки спрашивают. QR-код-то действует для путешествий, да. И за сроком действия сертификата все-таки нужно следить. Может быть, такой последний вопрос в какой-то степени, он, наверное, тоже преждевременный для науки, наверное. Мы знаем, что у нас время от времени происходят определенные локальные вспышки, в народе его называют это желудочный вирус, там ротавирус. Да, вот, кстати, очень много пару недель тому назад детей болело, даже попадало в больницы. Может быть, вот эта пандемия и как-то подтолкнет, я понимаю, что это очень большие ресурсы финансовые, не знаю, к созданию вакцин и от других, в какой-то степени массовых инфекций с тяжелыми последствиями для детей, довольно тяжелыми. Да. Но на самом деле, я думаю, в обществе появилась какая-то... Ну, смотрите, просто с ротавирусом интересная история. В конце 90-х лет разработали отличную вакцину от ротавируса, которая работала очень эффективно, но у каждого миллионного ребенка вызывала такую редкую побочку, которая называется интососепция. Я даже не уверен, что на русском есть это слово. Это на самом деле серьезная проблема, но выглядит, что сам ротавирус вызывает эту побочную реакцию в 10 раз чаще. Но в итоге общество как бы вознегодовало, потому что страшно, что у ребенка произойдет эта побочная реакция, и эту вакцину сняли с использования. Поэтому я думаю, что в этом плане эта пандемия ничего не поменяла, и общество до сих пор достаточно как-то паническим образом воспринимает риски от вакцин, не взвешивая их относительно преимуществ вакцинации.
Поэтому я не уверен, что что-то ну, да, поменяется. Это то же самое, когда читают многие впечатлительные люди аннотации к тем или иным препаратам медицинским, ну, таблеткам, и там же, как обычно, в инструкциях, как положено, там даются все побочки, которые там, не знаю, 0,01%, да, могут быть, да, так сказать, заканчивая клинической смертью. И вот если читать вот эти все вот инструкции, то уже вообще никаких таблеток практически принимать... Хочешь, не хочешь, становишься ипохондриком. Кроме плацебо, ничего, наверное, принимать не надо, да. Аскорбиновой кислоты. Да. Хорошо. Огромное спасибо. Никита Троянский, отдел вакцинации, был с нами на связи традиционно по понедельникам. Спасибо, спасибо. И хорошего дня. У нас с Абиком очередная небольшая пауза, после которой мы беседуем с председателем правления аэропорта Рига. Аэропорт Рига, нужно отметить, планирует в развитии до 2027 года инвестировать более 247 миллионов евро и достичь пассажирооборота в 9 миллионов человек. Как-то возможно, вот буквально через несколько минут. Замечательно. Вы слушаете Радио Болтком. Новости «Эхо Москвы» на Радио Болтком. Доброе утро. Информационная программа «Эхо» в эфире, в студии Ирина Меркулова. Коротко главные новости. Российская фигуристка Камила Валиева выступит в соревнованиях одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Украина закрыла часть воздушного пространства над Черным морем. Муниципальный депутат «Единорос» Александр Закускин извинился перед чеченкой за конфликт у мечети. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Спортивный арбитражный суд допустил российскую фигуристку Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпийских играх. Решение принято с учетом статуса Валиевой как защищенной персоны. Спортсменке еще нет 16 лет. О ходе разбирательства Алена Задорожная. Допуск фигуристки не означает ее невиновность, равно как и недопуск не говорил бы о вине, заявил незадолго до оглашения решения официальный представитель МОК Марк Адамс. По его словам, рассматривался лишь единичный случай, поэтому делать выводы пока рано. В целом же, заверил он, это ситуация беспокоит не только спортивных чиновников, но и тех, кому предстоит дальше принимать участие в соревнованиях игр. Что же касается Олимпийского комитета России, его не рассматривают в качестве виновника, подчеркнул Адамс. Нерешенный пока остается и вопрос о распределении медалей по итогам командного турнира фигуристов на Олимпийских играх. Это будет длительный процесс, заключили в МОК. Допинговый скандал с участием россиянки разгорелся на прошлой неделе. Тогда в одной из декабрьских проб 15-летней Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный в большом спорте сердечный препарат триметазелин. РУСАДА приняла решение об отстранении фигуристки, однако она его оспорила и вернулась к тренировкам. А вот ВАДА, МОК и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на отмену запрета. Личные соревнования у фигуристок пройдут завтра. У Камилы Валиевой 26-й стартовый номер. И еще новости из Пекина. Россияне Никита Кацалапов и Виктория Синицына стали серебряными призерами Олимпиады в танцах на льду. Фигуристы поблагодарили друг друга за успешное выступление. Это однозначно самый долгий день в моей жизни. И я просто опустошен, оставил все на льду. Я очень хочу сказать Виктории спасибо за то, что выстояла, за то, что она настоящий чемпион, боец. Я просто обожаю тебя. Спасибо тебе. Действительно, очень эмоциональный день. И даже до сих пор у меня голос, мне кажется, трясется, потому что хочется на разрыв какой-то. И плакать, и радоваться. Потому что действительно, мы к этому очень долго шли и работали очень много. Я хочу сказать просто, что он самый лучший. Поэтому у него есть 7 медалей. Золотые медали в танцах на льду у Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона из Франции. Французы установили новый мировой рекорд по сумме программ. Вы слушаете информационную программу «Эхо». Украина закрыла часть воздушного пространства над Черным морем с 14 по 19 февраля. Власти приняли такое решение после того, как Россия предупредила о военных учениях в районе Крымского полуострова. Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко рассказал «Эху», что полностью закрывать авиасообщение не планируется, однако количество коммерческих перелетов